Сергей Маратович, ну вот начну с такого вроде бы частного случая. Горит Уралмаш, значит, вроде как довольно далеко от линии фронта. Что это? Это, так сказать, что туда долетело? Долетело ли? Или это какие-то опять курение в неположенном месте? И сразу вдогонку вопрос. Что, значит, все-таки Уралмаш это довольно большое количество. Я не знаю, какая доля производства танков и другой всякой смертельной техники производится на Уралмаше. Просто не знаю. Не знаю, можно ли это выяснить там из открытых источников, но вроде бы довольно большая доля, так сказать, военного производства на этом предприятии сосредоточена. Что это означает для фронта? То есть что случилось и что это означает для фронта? То, что мы знаем именно на сегодняшний день, что площадь пожара составляет где-то порядка 4,5 тысяч квадратных метров. Какие конкретно цеха попали в зону, давайте пока это называть аварией, потому что пока все хранят такое зловещее молчание, что там произошло, сказать очень сложно. Но в любом случае, сами понимаете, что такая площадь, которая является достаточно значительной, серьезно влияет на производственные возможности любого комбината, даже такого, как Уралмаш. Что ждать на фронте в ближайшей перспективе? Ну, в общем-то, к сожалению, ничего, потому что, скажем так, танки не пирожки, и они как бы из цеха они попадают сразу в армию, на поле боя. Но в перспективе, опять же, знаете, я стараюсь быть очень осторожным, дабы избежать излишней эйфории, хотя мне очень хочется предполагать что-то очень позитивное. В перспективе мы можем понимать, что вывод из строя Урал-Маша может стоить очень много для российской армии. Почему? Потому что на сегодняшний день мы отмечаем такую ситуацию, когда российская армия начала отчаянно бросать в бой все, что только можно бросить. И знаете, в информационном пространстве Украины очень широко обсуждается бой в районе населенного пункта Тоненьки, где российская армия бросила в атаку 36 танков и, по-моему, что-то до десятка, до полутора десятков БМП-1. В результате этого очень много танков сгорело. Но знаете, в отличие от просто беснующихся от эйфории некоторых наших журналистов, я очень осторожен в этих выводах. Почему? Потому что я вижу, чем это заканчивается. Российские войска все-таки захватили определенную часть территории. Если посмотреть внимательно на карту, то есть мы сейчас имеем такой выступ, который отчаянно удерживают наши ребята, это Бердичи и Семеневка, а на юге Тоненьки как бы создают угрозу такого охвата с юга. И это очень неприятно. Но здесь речь вот о чем. О том количестве техники, которое было уничтожено. Украинская армия, это нужно понимать, имеет абсолютное преимущество в использовании и, более того, в эффективности использования дронов, что, в общем-то, сводит почти на нет российское превосходство в артиллерии. Там еще много разных нюансов. Почему это важно? Потому что цена, которую платит российская армия за продвижение на 1-2 километра вглубь территории Украины, она просто неадекватно высока, и ни сейчас, ни завтра, возможно, не через месяц, но в перспективе, и мы это прекрасно понимаем, Россия просто лишится тех возможностей восстанавливать необходимое количество техники и пополнять утраченные ресурсы. На сегодняшний день, когда мы говорим в общем о российском производстве танков, оно звучит очень впечатляюще для подавляющего количества стран. Речь идет о примерно 1550, если мне память не изменяет, 1560, что-то порядка этого. Ну, пусть будет до 1600 танков в год, что, в общем-то, соответствует танковому полку в месяц. Но танковый полк – это 90 танков. В одном бою потерять танковый батальон, а нужно понимать, что 36 танков – это чуть более танкового батальона, в котором в штате 31 танк. Потеряв даже десяток или 12 танков, точно не помню, это означает, батальон утратил боеспособность. И нужно понимать, что и в этом батальоне также погибли люди, которые умеют эти танки водить.
Следующий аспект, на который нужно обратить внимание, это из того зловещего количества танков, ну, давайте говорить о 1600 танков, 83% танков – это, по сути, свои восстановленные танки советской эпохи, которые прошли модернизацию, прошли через так называемый каннибальский ремонт и так далее и тому подобное, и они поставлены в строй. Назвать это высокотехнологическим оружием, ну, вряд ли придется. И нужно понимать, что здесь роль Уралмаша довольно значительна. Почему? Потому что, в общем-то, это завод, который имеет замкнутый цикл производства именно вооружения и боевой техники. То есть речь идет о новом вооружении и относительно, ну, как бы небольшой части того вооружения, которое восстанавливается и снимается, снимается и восстанавливается с баз хранения. Таким образом, речь будет идти о качественном снижении танкового потенциала российской армии в определенной перспективе. Но опять, это будет зависеть от того, какие последствия пожара будут иметь место. Потому что, ну, как бы нам с вами ни хотелось, знаете, давайте все-таки будем оценивать факты, которые имеют место. На сегодняшний день пока еще очень рано говорить о том, что происходит там и что стало следствием этого удара. Потому что, еще раз говорю, все официальные украинские средства массовой информации, которым, ну, есть смысл доверять в нашем очень неоднозначном мире информационном поле, хранят зловещее молчание по поводу того, что все-таки произошло. Может, действительно, кто-то неудачно покурил. Мы это тоже не можем отбрасывать, такую вариацию. Но в любом случае, любая такая авария, знаете, она является следствием того, о чем мы говорили давно, начиная с 2014 года, когда многие забрасывали, что санкции Запада, они не работают, неэффективны, и люди часто не понимали, что, в общем-то, эти санкции имеют отложенный эффект, который приводит к так называемому инфраструктурному кризису. То есть даже если мы говорим о некой аварии, техногенной аварии, которая не требовала вмешательства украинских диверсантов или как мы там, союзники ИГИЛа, по-моему, сейчас Украину, как верит большинство, ну, больше половины российского населения, даже без вмешательства потусторонних сил или внешних сил, вполне вероятной есть версия именно техногенной катастрофы, техногенной аварии, и как бы износа оборудования, которое привело к такому факту, что косвенно может быть основанием к тому, чтобы заявлять, что это все-таки украинские силы или связанные с Украиной силы, или силы, которые поддерживают Украину, были причастны именно к этому инциденту. Но в любом случае здесь я хотел бы отметить следующее. Россия не имеет десятков и сотен заводов по производству такого тяжелого вооружения и боевой техники. И любая авария с помощью Украины, без помощи Украины, она является очень серьезным ударом по военному потенциалу Российской Федерации, способности вести агрессивную войну против Украины сегодня и, возможно, против других стран в недалеком будущем. Поэтому я стараюсь как бы держать ухо востро и внимательно наблюдаю за той информацией, которая поступает. Поток с определенных ресурсов идет очень такой широкий, и поэтому отсортировать, что есть правда, что неправда, достаточно сложно. В связи с этим, опять же, вынужден повториться, что я стараюсь быть несколько так сдержанным, дабы не впадать в излишнюю эйфорию. В любом случае, это война, на войне потери случаются, и нужно понимать, что как бы ни развивалась ситуация, объективно Россия шаг за шагом, пусть небольшими такими маленькими кусочками, но теряет свой боевой потенциал. Хотя и до полного коллапса и потери, полной потери боеспособности еще очень, очень и очень далеко.